Депутаты считают, что распределением помощи пострадавшим от пожаров в Кустанайской области должны заниматься общественные советы. Народные избранники боятся, что формальный подход может оставить людей без поддержки из-за отсутствия документов или в каких-то нестандартных ситуациях. Депутат Екатерина Смышляева в запросе к премьер-министру отметила, уже известно о случаях, когда фактически дома остались целыми, но стоят на пепелище, отрезанные от коммуникаций. Подобные постройки непригодны для проживания. Но людям могут отказать в помощи. Есть вопросы и по компенсации за погибший скот. По мнению народных избранников, решать, кому действительно нужно помогать, должны не чиновники, а местные общественники. У беды нет единого стандарта. Каждый случай индивидуален. При распределении государственной поддержки учесть это не всегда возможно. Однако в случаях частной помощи механизм ее распределения должен отличаться от казенного подхода, быть гибким, прозрачным и человечным. Считаем, что эту работу должны замыкать на себе не исполнительные органы, а общественные советы региона.